Всем привет, друзья! Сегодня мы будем снимать интересного персонажа, я его увидел в Ютубе. Сейчас он уже такой стал знаменитый, называется «Привет, Боб». Он там показывает разные эксперименты, удачные и неудачные. В общем, смотрите, будет интересно. А в начале лепки я вам расскажу, какие нам нужны цвета. Так, нам надо серый, красный, темно-коричневый, это волосы у него будут, светло-коричневый, жилетка и у него штаны получается, такой телесный цвет, белый и фиолетовый. Фиолетовый цвет будет служить подставкой, потому что у него худые ножки, для того чтобы он стоял устойчиво, мы будем брать фиолетовый цвет. Зачем нам надо фольга вот такая? Это будет у него голова и туловище. Почему такое у нас? Почему надо нам фольга? Фольга не нужна, это обычная пищевая фольга. Потому что у меня мало такого цвета, это лицо будет. Фольга нужна для того, чтобы пошло меньше пластилина на саму голову, потому что у меня цвета этого мало. Я просто тоненьким слоем вот это все заделаю и уйдет маленькое количество. Еще на руки надо тоже такое же самое. В общем, вы поняли, для чего мне надо фольга. Вы также сами можете, если у вас, допустим, мало какого-то цвета, а вам нужно слепить какого-то персонажа, вы можете просто взять фольгу, отрезать кусочек и сделать форму там головы, туловища, вообще. Как-то так. Ну что, поехали. Сейчас я покажу вам, как это все будет выглядеть. Это все будет выглядеть вот так. Вот видите, какой кусочек маленький сейчас я. Сейчас я сделаю лепешечку, лепешечка тоненькая, и просто вот так и все начинаем заделывать. Чикс, чикс. Видите, сколько у меня ушло на это все пластилина. А если бы я лепил без фольги, вот этого кусочка мало бы еще было. Вот так. Далее делаем ямки для глаз. У него глазище. Огромное глазище. Такие шуго на пол лица глазки. Так. И тут. Похоже на противогаз. Еще сюда такой хоботок сделать. Противогаз. Теперь делаем глазки. Глазки у нас белые и большие. Белые и большие. Вот такие глазки. Mm.
большие, небольшие глазки Боба. Глазки, глазки. Инопланетянин, блин. Так, зрачки у него там красные. Делаем маленькие зрачки. Так. Зрачки красные, у меня злой у нас. Будет. Зилка. Боба. Боб злой. Ну, друзья, расскажу вам, кто не знает, кто такой Боб. Это группа человеческих клонов Роберта, имеющих каждый по одной из его способностей. Также роботы из параллельных вселенных, равные по интеллекту клонам. Бобы – группа человеческих клонов, созданных по ошибке Томом и Робертом. Когда Роберт пытался спасти Тома, он попал под воздействие своего же изобретения Икса. После этого Роберт получил суперспособности, которые потом по одной Том вложил в каждого клона. Вся существование Бобов – это участие в экспериментах, которые проводит Том, чтобы нейтрализовать их способности и разыскать в разуме одну из них – схема Икса. Также Бобами называют Роберта из параллельных вселенных из-за маленького интеллекта. Характер Боба с одной стороны одинаковый, одни наивны, глупы, инфантильны и предпочитают спокойную и заурядную жизнь. Видимо, знак внимания со стороны диктора для них имеет высокое значение. Бобы немного трусливы, однако в основном определенные черты характера у них всех разные. Вот, друзья, вкратце я вам рассказал, кто такой Боб. Бобы, их много. Есть видео в Ютубе, разные различные эксперименты с этим Бобом. Можете посмотреть. Вот такой он Бобик. Thank you.
Thank you.
Thank you.
А вы как считаете, друзья, получился у меня был? Если вам понравилась моя работа, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забываем про колокольчик. Всем пока-пока!